Всем привет! Снова с вами интернет-канал интернет-магазина отопления Альбатрос Сантехника. И сегодня мы с вами рассмотрим модель электрического полотенцесушителя торговой марки Элна, производство Винница. Полотенцесушитель электрический, с сухим теном, из нержавеющей стали, с поворотными горизонтальными перемычками. С чего хотелось бы начать? Упаковка. Упаковка довольно-таки добротная, прочная, надежная. Имеет транспортировочную ручку, удобно при переноске, при получении товара в любом городе Украины. На коробке мы видим маркировку того изделия, которое мы покупаем, с габаритными размерами. В упаковке мы находим сам полотенцесушитель. На него керівництво з експлуатації з адресою виробника і потужності виробника. Є і також гарантійні зобов'язання. Комплект крепежа к стіні. Итак, про полотенцесушитель. Это полотенцесушитель выполнен из нержавеющей стали, что очень удобно и практично. Его можно эксплуатировать в разных режимах: сырая ванная комната или санузел, сухой, мокрое белье, сухое, сырое. По сути дела, поверхность дает возможность эксплуатации в разных условиях. При этом поверхность будет служить вам верой и правдой долгие годы. Сам производитель дает гарантию на изделие 2 года. Срок службы греющего элемента внутри 15 лет. Итак, начнем с габаритов. Габариты этого изделия 645 по вертикали и 40 сантиметров по горизонтали. Он и не компактный, и не громоздкий. Полотенцесушитель универсальный в каком плане? Что вертикальная трубка находится в фиксированном положении, с помощью стаканов к стене зафиксируется. А горизонтальные трубки, они поворотные, при том поворачиваться они могут на 180 градусов, как в одну сторону, так и в другую сторону. Поэтому, да, немножко туго поворачивается, но когда оно зафиксировано на стене, это делается довольно-таки просто. То есть, таким образом, покупая полотенцесушитель этой торговой марки, эта модель вертикаль называется, на 6 перемычек, вы покупаете универсальное изделие, которое может быть повернуто как в одну сторону, как в другую. Можно каждую перемычку повернуть под нужным углом. Это больше, это меньше. Просушивая тем самым разное белье на каждой перемычке. Хотите, накиньте полностью полотенце там на все полочки. Теперь хотелось бы отметить наличие терморегулятора. Вот мы уже подключили его в розетку, горит индикация диода красным цветом, которая свидетельствует о нагреве полотенцесушителя. Выходит полотенцесушитель на режим порядка 50 градусов поверхности, температура за 5 минут, нагревается энергия, но при этом полотенцесушитель потребляет всего лишь 50 ватт. Для сравнения вы можете понять, лампочка накала, которую мы все реже уже используем в нашем быту, 70-100 ватт. Соответственно, этот полотенцесушитель относится к приборам энергосберегающего типа. С помощью терморегулятора мы можем выставлять уровень и мощности, и температуры нагрева терморегулятора, что тоже очень удобно. Шнур, витой шнур, имеет длину в растянутом виде порядка 1-1,20 м, что, собственно говоря, тоже удобно при подключении. Цена на сегодня такого изделия составляет 1680 гривен в интернет-магазине Альбатрос Сантехника. Купить его можно либо через корзину сайта, либо позвонив по телефонам, указанным на сайте. Хотелось бы отметить действительно качество изделия при довольно-таки умеренной цене. Торговая марка Элна, она уже давно специализируется на производстве греющих элементов, тенов, спиралей для печей там, и других бытовых приборов. И
лет 5 назад они вышли на рынок вот с изделием по полотенцесушителям электрическим успешно. Сейчас продвигают свой бренд, изделие. За все время работы с этим партнером у нас не было нареканий, рекламации на изделие. Поэтому, покупая полотенцесушители торговой марки Elna, вы приобретаете за хорошую цену хороший товар. На этом все. До новых встреч. С вами был Андрей на YouTube-канале интернет-магазина «Альбатрос Сантехника». Пока!